Доброе утро, друзья. Сегодня 28 сентября. Как говорится, после вчерашнего снежка холодно. Но сегодня не пасмурно, подморозило чуть-чуть. Иду на работу. Обычно сегодня небо ясное, но северное сияние пока не видно. Хотя, судя по программе, вероятность его увидеть есть. Вот, пока не вижу. Так что еду на работу. Вчера старший сын прислал, как общежитие готовили. Прислал новое общежитие. Фотографии. Так что... Ну, спартанские мы так тоже готовили. Собирали все, что есть. Он мне говорит, на 9 человек. Так что начинается у него взрослый путь. Говорю, приеду с вахты, заеду к вам в гости. Кормлю 9 ребят. Покажу лайфхак, как готовить, когда народу много. Чтобы было сытно, вкусно. Экономно. Я так понял, они вкусняшек много набрали. Наверное, у них ценник почти как в ресторане получился. Вот. Мужчина должен уметь все делать. Готовить, убираться, шить все что угодно. Для того, чтобы быть полноценным. Поэтому... На лужах уже лед, потому что все прохладно. Я вчера куртку даже забыл на работе. Беготни. Сегодня четверг. Работаем полную силу. Вот. Такая вот здесь обстановка, морозно, дубли все сочетается. Потому что работа только вперед. Будем работать. Что вам рассказать, уважаемые подписчики, какую тему вы хотели бы услышать? Чем поделиться? Надеюсь, у вас теплее, чем у нас. Дым дымит вообще конкретно. Смотрите. Снежок, дым. Сегодня у машины колесо спустило на нашей вахте. Поехал на общественном транспорте, и кондуктор говорит, что я в грязной одежде, хотя все чистенько, что вы должны ездить на своем транспорте, что на общественном транспорте ездить нельзя. Вот такие вот бывают вредные норильские кондукторы. Хотя здесь 98% ездят на этом общественном автобусе. Только для того, чтобы попасть именно на работу, на предприятие. И ходят все в спецформе. Просто моя спецформа яркая, позволяет работать и с техникой, потому что светоотражающая есть поверхность. Вот. В общем, как всегда, иногда у женщин, когда нет настроения, они бывают вредными. Надеюсь, у всех хорошее настроение, всем хорошего дня. У нас морозно ясно, сейчас еще один видео сниму. Вот. Вот наша насосная НС-18.
ребята. Сегодня просто конкретно идет. Такой вот снегопад.